Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, вот такая проблемка у меня возникла. Купил я проигрыватель волна 307S1. Все, отремонтировали его. Единственная проблема, здесь кто-то отломал противовес. Немножко подумал, поразмыслив, был у меня старый от радиотехники тонар. Вот, вижу, тоже похожий. Подумал маленько и решил сделать как. Штангин циркулем, колумбиком, вот отмерил диаметр вот здесь, также вот здесь разметил. Сейчас вот так отпилю ножовкой по металлу. Так, и получится как, посажу на клей, скорее всего, наверное, какую-нибудь бокситовую смолу, и сверху сделаю вот такую эмблемку, это все закрою. Получится аккуратненький, с противовесом. Это, кстати, противовес сделан из алюминия. Здесь пластмасса. И как раз получается, ну, по моей задумке, должно быть получиться все нормально. Но сейчас вот отпилю, приклею. Ну а потом, когда будет результат, уже покажу готовое видео, как у меня работает волна 307S1. Ну, пожалуй, все.